Всем привет! С вами рубрика «Не скучаем» и я, Тимофей Макеев. Сидите дома, скучаете? Сейчас я вас развеселю. Послушайте стихотворение «Берестов», «Сережа и гвозди». Сотрясается весь дом, бьет Сережа молотком, покраснев от злости, забивает гвозди. Гвозди гнутся, гвозди мнутся, гвозди извиваются. Над Сережей они просто издеваются. Стенку не вбиваются. Хорошо, что руки целы. Нет, совсем другое дело гвозди в землю забивать. Тук, и шляпки не видать. Не гнутся, не ломаются, обратно вынимаются. Всем пока! Слушать стихи с МТС.